Приветствую, друзья! Мы приехали на очередной проект. Находится в районе Кычукчекмеджи, вдоль дороги Е5, Махалле Сефакой. Рядом находится остановка Сефакой метробуса. В скором будущем здесь будет метро Сефакой. Рядом находится медицинский университет, клиника и другие ряды университетов, торговый дом. То есть район очень хороший, инфраструктура благополучная. За Е5 находится старый аэропорт Ататюрка, если вы знаете. Сейчас вы, если по Google наберете, можете узнать, что часть данного аэропорта, то есть взлетной полосы, сделают и уже сделали частично парком. Я вот последний раз где-то летом в прошлом году видел, что посадили деревья, что-то строят торговые какие-то площадки, поэтому за дорогой будет зеленая зона, сказали, будет как в Америке, именно парк. Можете тоже посмотреть информацию. Проект очень классный. Строит компания Simpash. Это один из крупных компаний Турции. Давайте я вам сейчас покажу про проект и далее расскажу. Посмотрим особенности этих квартир. Переворачиваю камеру. Поехали. Вот. Данный проект находится, как я и говорил, Сефакой, из 7 блоков. И этажность 6-7 этажей, это очень хорошо. Квартира начинается от студии до 4 плюс 1. Вы знаете, 4 плюс 1 по-нашему это пятикомнатная квартира. По социальной инфраструктуре, кроме бассейна, здесь все имеется. Кафе, рестораны, детские площадки, хамам, сауна, фитнес-зал, все имеется. Площадь 18 500 квадратных метров, из них 9 700 чем-то. Зеленая зона. Турцы, вы знаете, любят очень прогулку, чтобы у них была вся инфраструктура. Давайте дальше посмотрим. Вот. Позже я посмотрю квартиру шоурум. 90% уже завершили. Сдача в феврале уже будет сдавать ключи, поэтому уже скоро. По архитектуре мне очень нравится. Позже я покажу, сейчас заранее говорить не буду. Но они здесь, видите, сделали такие стенды, какие материалы будут использовать. Потом еще одно хотел показать вам. У них что интересно, вот сделали зону, да, и здесь у них стекла вот такие. Видите, индивидуальным заказом делают, гнутые. У них балконы такие вот, такого типа. Все, давайте поехали, сейчас посмотрим квартиру, по стоимости тоже узнаю, я вам сообщу, скажу. Здесь квартиры студии начинаются, цена от 205 тысяч долларов. Если вы хотите на рассрочку, это будет год рассрочки, если в феврале они сдадут ключи, получается буквально 2 месяца, да, на 10 месяцев, если по факту, что вы там будете жить, и 10 месяцев еще можете платить. Но сказали, что если на рассрочку, они немножко будут дороже, где-то на 20%. Поэтому, возможно, кому-то это выгодно, а кому-то это не выгодно. Сейчас я переверну телефон. Давайте посмотрим снаружи, как это выглядит, жилой комплекс. Видите, жилой комплекс выглядит вот так. Очень красиво. Давайте пойдем. Нам дали каску. Без каски нельзя. Видите, здесь университет прям под боком. Дальше тоже несколько. Здесь 4 корпуса университета. Кто покупает, они могут сдавать в аренду. Там торговый дом за дорогой. Здесь вот Е5. И здесь остановка Домус, конечно. И вот как выглядят, видите. То, что я говорил, угловые стекла, балконы застекляют угловыми. Немножко ветер имеется. Вот двор как выглядит. Я думаю, до февраля месяца они успеют. Сейчас ноябрь, конец декабрь, январь, 3 месяца. У них, видите, квартиры завершают, двор делают,
Архитектура красивая. И СФАКу всегда строят очень дорогостоящие проекты, и у них клиенты, как турки говорят, калители, качественные клиенты, то есть не бедные. Поэтому их проекты обычно покупают состоятельные люди. И следующее, что они на 80% уже продали в этом жилом комплексе. Вот, смотрим шоурум 4 плюс 1. Они начинаются от 850 тысяч долларов. Это вот шоурум, что они сделали. Видите, у них дизайнерская работа. Именно их архитектура мне нравится. Здесь 91 квадратных метров имеется сад. Видите? И именно у них вот такие угловые, что дает интерьер красивым. И многие, когда студии делают, мне нравится, когда вот так они разделяют. То есть можно закрыть. У них вот такие раздвижные, видите, что если кто-то готовит, чтобы этот запаха не было. Комплект идет духовка, плита, посудомойка, где здесь? Не вижу посудомойку. Вот вижу. Посудомойка. Вот какие на образце видели. Точно так же все идентичны. Керамогранит тоже. Давайте дальше идем. Гостиную увидели, кухню увидели. Это все интерьер. Обычно будет это белые стены. Можно так сделать. Гардеробная, видите? Гардеробная будут. Санузел. Душевая кабина. Вот как на образцах. Черные, бежевые. Раковина. Прям качество хорошее. Следующий идем дальше. Односпальная. Разделим санузлом, видите, как круто сделали. Туалет раздельно. Душ вот здесь, видите, тропический, раздельно. Вот они умеют грамотно делать. Видите? Раздельные раковины. Это спальные. Вот угловые все так. Угловые делают. Это очень красиво. Вот так перегородку сделали здесь. Видите? А можно здесь тоже стену поставить и сделать маленькую комнату детскую. Но здесь они рабочую зону сделали. Следующее. Детская. Видите, как круто. И очень круто, когда вот так. Если здесь не было бы таких окон, комната бы казалась намного меньше. Комната здесь маленькая, действительно. Но все, что необходимо, все имеется. Кровать, шкафы, рабочая зона. Если правильно подойти, с дизайнером можно все. И видите, из-за окон как красиво смотрится. Хотя комнатка маленькая. Видите, красота. Вот как комнату сделали. Вот такие квартиры. От 850 тысяч долларов. Вот прачечная зона. Очень красиво. Вот 4 плюс 1. Вот как видите, вот такие квартиры. Разные цены, разные районы, разные строительные компании. Все зависит от качества квартиры, самого дома. Как я ранее, помните, рассказывал, что я в Астане купил квартиру. У меня черновая отделка была, но сделать его насколько красивее, настолько дороже, насколько качественно, настолько и дороже. Поэтому все зависит от материала, используемого материала, каким образом все это делать. А вы знаете, в Турции все в чистовом варианте дается. Единственное, стены будут белого цвета, чтобы последующие декорации самостоятельно можете сделать. Кухню, знаете, полностью обставляют, кроме холодильника, все остальное будут. И вот такие жилые комплексы, вот такие квартиры, прям здесь жить хочется, действительно. И цена соответствует, что надо работать и работать.
Но у кого какие потребности, возможности, на это и смотрят все. Думаю, вам квартира понравилась, жилой комплекс понравился. Сдача в феврале. Давайте посмотрим теперь квартиру не в шоу-рум, а в реалити, как выглядит. Это 3 плюс 1, там мы смотрели 4 плюс 1. 3 плюс 1 выглядит вот так, то есть в таком виде вы получаете. Как видите, тоже имеет, например, сад свой выход, кондиционер подключен. Кухонная, как я вам говорил, весь комплект, кроме это, холодильника. Это 3 плюс 1 по стоимости, сказали, начинается от 550 тысяч долларов. 3 плюс 1. Вот комнаты такие. Хотел показать. Вот, то же самое, прачечная зона, которую мы с вами видели. Все зависит от интерьера, как вы сделали. Видите, то же самое. Черный керамогранит, душевая кабина, санузел. То есть квартиру вот в таком виде вы получаете. Вот это как готовая квартира, видите? Все здесь предусмотрено. Здесь вот санузел раздельный. Климат-контроль, видите? Здесь напольное отопление. Место для кондера подготовили. Это тоже очень хорошо бывает, что место не подготовлено, двери вот такие, обычно поставили, обычно бывают скрытые. Это вот 3 плюс 1, 550 начинается. Там мы смотрели шоу-рум 4 плюс 1, которая 850. Вот такая квартира. И вот, как я говорил, здесь идет, видите, гардеробная. То есть квартира сдается вот в таком виде. На полу керамогранит. Это 60 на 100, 120, да? И паркеты, видите, комнаты вот такие. Вот мы посмотрели, шоу-рум посмотрели, как интерьером смотрится, когда его обставляют. И вот видим реалии квартиры, которая сдается, но опять же ничем не отличается, просто там идет декоративное, все сделано. Но если вы так умеете, конечно, уже обставлять у каждого свое дело. Самое важное, что все это в готовом виде получаете, что вам остается только покупать мебель по интерьеру, что вы хотите. И все на этом, я думаю. Всем добра, всем успехов, до новых связей. Думаю, вам видео понравилось и квартира. Даст Бог нам всем покупать такие квартиры, вне зависимости, в какой стране или в городе живем. Всем желаю успехов, добра, до новых видео.